Very happy. А когда появится на телевидении? Через 3 месяца после этого. Очень короткий шаг будет. То есть где-то в конце августа, в начале сентября? Ну, я думаю, что в начале сентября уже будет на телевизионных экранах. Да. Одна серия? Одна серия, да, 1,5 часа. Ты сам доволен? Et je t'ai étonné que ça ne passe pas. Mais tu as vu le Rasputin que je t'ai envoyé, tu l'as vu? Là, il paraît que ça ne correspondait pas au... Сначала казалось, что это не Янковский. Янковский. Или Пленковский. Татьяна Рапопор. Татьяна Рапопор. Il y avait aussi Ксения Рапопор, mais il y a aussi Anna Mikhalkov. Anna, elle est très, très bien.